Данный участок 20 соток. На нем мы посадили 15 сортов картофеля, в том числе и ранние сорта картофеля 60-дневки. Вот 4 грядки. Сейчас мы видим, они цветут. Здесь два сорта. Сорт Метеор и неизвестный нам сорт. Мы сажаем уже на данном участке 4 года. Вот в этом году решили проэкспериментировать с ранней картошкой. Достали пораньше из подвала клубни. Они у нас проросли, дали хорошие отростки. На многих клубнях появились корешки. Посадили мы 23 мая. Но вот как видим, она уже цветет. Вот. Рядом 4 грядки картошки тоже ранние. Нам уже дали ее практически перед посадкой. Но вот она еще не цветет. Вот что значит пророщенные клубни. 10-15 дней они дают плюса. Но в других сортах я в других видео сниму, подробнее тогда расскажу. Сортов у нас много. Я говорю, около 15 сортов. Санте, Гала, Метеор. Два сорта фиолетовых. Одиссей, Хлобок. Но я потом засниму, расскажу.